Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о мясорубке Moulinex ME1088. Компания Moulinex – это качество, надежность и 60 лет опыта в производстве мясорубок. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и, конечно, не забывайте активировать колокольчик. Мясорубка представлена в пластиковом корпусе и устанавливается на прорезиненные ножки, гарантирующие максимальную устойчивость устройства при сильных вибрациях, создаваемых в процессе работы. Прибор предусматривает наличие специальных отсеков на корпусе, в которые можно сложить дополнительные детали устройства и шнур питания. Для безопасного проталкивания кусков мяса в лоток предусмотрен толкатель. Сверху есть удобная ручка для транспортировки и хранения. Компактная и при этом мощная мясорубка HV1 может измельчать до 1,7 кг мяса в минуту благодаря мощному мотору в 1400 Вт, что говорит о высокой производительности прибора. Особенность мясорубки в поддержке функции реверс, которая обеспечивает безопасное и быстрое извлечение хрящей, жил, а также плотных волокон мяса из шнека. Мясорубка снабжена особой функцией реверса, которая предназначена для быстрого и безопасного извлечения жил, хрящей и волокнистых частей из шнека. В комплекте с устройством поставляется насадка для приготовления колбас, которая поможет вам легко сформировать домашние колбаски. Также в комплект входят три насадки для крупной и мелкой терки и шинковки. Готовьте салат из свежих овощей и гарниры каждый день. При помощи шинковки можно нарезать ровными ломтиками фрукты или овощи, а терка поможет их измельчить. Две решетки из нержавеющей стали для среднего и крупного измельчения в зависимости от выбранного блюда. Они изготовлены из прочной нержавеющей стали, характеризующейся длительным сроком службы. Самозатачивающийся нож обеспечивает неизменное качество измельчения надолго. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил основные отрицательные. Шумная. Насадка-терка раскидывает продукты. Плохо крутит жесткое мясо. Плохое качество материалов. После минуты использования появляется неприятный запах. Маленькая. Очень липкая. Очень короткий провод. Пробуксовывает на фарше. Теперь расскажу о положительных отзывах, которые частично пересекаются с отрицательными. Очень понравилась конструкция. Быстро моется. Приятная цена. Много насадок. Компактный размер. Отлично перерабатывает фарш. Стильный строгий дизайн. Металлическое соединение шнека. 2 года гарантии. Возможно, вы стали владельцем такой мясорубки и захотите поделиться своим мнением о данной модели в комментариях. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Надеюсь, что вы уже подписались на канал и включили колокольчик. Ставьте лайк, если обзор вам понравился. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока!